продолжение сегодняшнего дня, 30 сентября. Вот это оттуда вот коров пригнали. Сейчас вот к лагерю подогнали их. Рёва воробаш подгоняет их. Он Игнатьевич тоже старается завернуть ночью. А этот у нас самый такой свирепый бык. Не нравится ему. Самый опасный. Значит, наш опасную игру затеивает. Да, Сергей Павлович, твоя работа. Подожди, я с ней сниму. Подожди, он подойдет, и второй будет кричать. Тихо. Вот он как протестует против смерти. О, его сразу дресня прохватила. Это всегда так, от страха. Игрушка ли смерть? И коня приходят, и все это, где кишки-то были. Он может броситься. Подожди, Рёма. Вот я перед ними как тариатор, смотри. Он Ерема на машине. Раньше почти на велосипедах пасли. Он побежал, смотри. Сейчас сядет в машину, подгонит, дальше поехал. А почему так? Потому что угнали далеко, позвонила, в обед ее менять надо. Он на машине приехал, отвез ее Любу, пошел пасти. Вот смотри, в машину садится. Ерема глядит, раз. До готового дела закрылся. Сейчас он коров будет догонять. Подгонять будет. Сейчас звонит мне один из Барнаула, говорит, наши бомбят в Сирии террористов. Я говорю, что, Советский Союз вернулся? Да, был и будет. Я говорю, СССР означает сумасшедшее сборище сатанинских рабов. Развалилась и навсегда эта душегубка. Империя зла, империя лжи. Вот он гонит. Замечай, как он гонит. Потеряевка живет. На машине пасут. Где еще такой увидишь? А дальше комбайн, его отец там. Он водит, я не знаю, с каких, с 12 лет тут и трактор, и все. А другой боится, сыну больше, старше его, боится дать, как бы еще не случилось. Он говорит, ты наоборот учи, тогда ничего не случится. Вот посмотри, где они пошли. Какой интересный случай.
Я говорю, бомбят, а мы ранетки берем. Ранетки. Сейчас подойдешь до ранеток. Вон они где. Гонят их. Посмотри. Нет, это Исаки вроде бы. Исаки? Ну, ну вот, пошли. Вот так Потеряевка. Там вот видите, какое солнышко по столбам. Какая красота. Да, красота. Это все природа, вся жизнь. Пшеницы делают все. Маленько, маленько по городу уже. Вот посмотри, сколько подойдет. Перебрали. Вот этот бачок. То есть мы отметим его, что набрали, перебрали. Это, сколько в бачок входит? Сколько? Не знаю. И вот сегодня интересно, пошли мы брать. Ну я подошел к Алёше-то, она на его усадьбе. Он еще тут не жил, только строится. Ну, ну раз строится, то это ранетки растут. Я говорю, а ты не против, что мы вас там? И вот я смотрю на него, вот ранетки. Да ладно, берите. И вот это ранетки, вот оси две секунды молчал. Да ладно, берите, я понял, что он хотел от них иметь, сорвать. А мы набрали, и поэтому, считаю, законным будет, если сейчас вот мы отложим там полведерка, и ему на дом отвезем. Я говорю, кто повезет? Володя говорит, я. У него жена Ангелина, двое ребятишек. Какие имена? Не Иван да Марья, а Варлам и Назарий. Они как называли-то? А у нас кто снимает? Вова. У Серафима живет сын кто? Вова. О, зять этот у нас кто? Вова. Вова, Вован. Назвать-то эти и то боялись как надо. У меня один был яговист. Светил Иегова пришел. Говорит, у меня, говорит, сын, сейчас, говорит, его сажать будут. В армию это не идет. А я говорю, а как звать его? Зарававель. Зарававель. Это человек не православный, и он смотрит библейскими именами, у православных этого имени нету. А почему? Не канонизировали кто-то монахи и все. Самое потрясающее для меня, буквально вот так вот, что нету в святцах Ездры. Ездры нет равных. Это безупречный муж Божий. Не как Давид там кувыркался, падал, не как Соломон там тысячу жен. Этот вывел из плена народ. Это что? Дальше. Храм строит и город. Соломон только храм строил. Дальше. Он собирает книги Ветхого Завета. Это благодаря ему мы имеем Ветхий Завет. Ты перечисляешь, когда все эти дела, сам написал три книги Ездры. И даже две, вторая, третья Ездры. Кажется, с ней имеет. Да, две. Вот. И его нету в списках святых. Почему? Никто не может ответить. А раз его в списках нету, и назвать нельзя, и крестить поп не будет. Что это, справедливо? Я говорю, интересно как, канонизируют Герасима. А он ничем не занимался, там монастырь Герасима, один человек сейчас живет, один. Ну, 30 лет назад один был, сейчас может ни одного нету. У него был лев. Лев занозил лапу, он ему заноску вытащил и сделал его ручную. Он на нем там возил кое-что. Но когда он умер, лев заревел, поднялся, как об землю ударился, убился. Одного самоубийцу воспитал только. А Герасим Петрович Павский переводит псалтырь, Евангелие. Лучший переводчик, ну не считаю, может, Хвольсона, одинаковый. Вот. Этого Герасима вообще никто не знает. Вот я когда до всего этого докопался, я вижу, что Дух Божий покинул будто бы людей-то. Что тут непонятно-то? Кого надо канонизировать? А Герасим Петрович Павский, воспитатель царских детей. Он перевел книги Ветхого Завета. Студенты налитографировали 500 экземпляров. Это кому-то доложили. Там амфилохи какие-то были, кто там в то время. Подняли такой пуч, его сняли со всех должностей. Под суд отдать. Его едва-едва спас царь. Да как же Россия была... Не погибнуть-то. А за что? Везде обыски. Профессор, знающий язык так, что писал учебники для еврейского языка. Это народа. Для еврейских школ. Он писал. Это как надо знать-то? И только за перевод, за один, такую беду претерпел.
И взяли все и сожгли. Но два или три экземпляра, говорит, где-то спрятали. И тогда, когда в 1876 году уже стали переводить, его переводами воспользовались. Псалтырь, считаем, это его перевод. Я долго не мог узнать, ну почему так воевали против. И вдруг нашел тех времен, митрополит царю там, видимо, докладную пишет. Если народ будет знать Евангелие, Библию, в стране будет революция. Ах, вон оно что. Да какая же тогда вера-то у нас была? Если она евангельская, боялась, прости Господи, как черт ладана. Как можно было спасаться, это не зная Евангелия? Это Евангелия вообще в народе не было. А вот пришел, стоял, причащайся, исповедуйся, говей. Это не кто-то говорит, а знатные люди. Когда царь отрекся от престола, временному правительству пошли такие телеграммы поздравления. Ой-ой-ой, наконец-то получим мы свободу. В числе первых, кто поздравил временное правительство, был Антоний Храповицкий, возглавивший зарубежную церковь. А царю батюшки пели в каждом храме. И вдруг мгновенно в один день отреклись. Из-за царя остался только один, из дикой дивизии там какой-то генерал был. Не русский человек, пиздец какой-то, даже не знаю его. О, сколько ведер ходит, говоришь? Не знаю. Ну вот, бачок. Ведра три, наверное. Ведра три? Да, может быть. Ну, ведра-то маленькие у нас. Вот мы сходили, сколько брали время? Ну, часа два были, нет? Да. А? Ну вот, представь, сколько взяли, даром. Теперь что, сварить? И один к десяти сахар. А потом растолочь и размазать. А когда ешь вот эти вот бодыльки-то, ну а что там, обсосал его, выкинул. Витаминное. Я даже просчитал, у северных народов бобы готовят. Я говорю, какие там бобы на севере? Оказывается, они берут там моржовий жир, медвежий, там откуда-то из печени. Все это тюлени. Все это смешивают, и как бобы черные делают. Они, говорят, горькие, невкусные. Но когда его пурга застает, он лопаткой делает себе маленькую в снегу, а собаки рядом лежат. Он там лежит, возьмет под язык, сосет. И витаминов ему хватает выжить. Это как у летчиков, там, ну, космонавтов. Черная смородина, тюбики там и прочее. Вот как. Для нас вот эта вот пастила, если сделать, она подобна этим бобам. Зимой как приятно, ребятишки любят ее. Ну вот мы еще пошли, уже поздновато, уже мороз тяпнул. Ой, ну что там, через наши ограды лезет скотина? Лезла. А? Лезла. Какая, овечки? Овечки вообще пешком прошли. Ну, ну да. несколько телочек залезли туда. А кто, телки? Ну да. Маленькие телята? Ну нет, большие тоже есть. А большие как прошли? Ну, через воду, с воды. Обошли шифер. Угу. Вокруг. А потом поднялись и куда пошли? Ну, по дамбе прошлись, да. А потом Рема их выгонял там. Мучился с ними. Мыкался. Значит, там что надо делать? До конца шиферу. Ну. И тогда они никуда не выйдут. Только выйдут напрямую на ту сторону. Одна на дамбу зашла со стороны, там, где вы водопой ставили, с другой стороны. Вот, а Рема ее погнал, она хотела под нижней жерди, а не может, корова же, не овечка. Она сунулась, потом встала и там вниз сошла. Вот видишь, как одна. Ну одна, ну, да. Теперь не все, во всяком случае. Она один раз, если корова была, она другой раз может не пойти. Ну вот, наконец-то укараулили где. Видите, сколько нового сегодня было, что на машине пасли, заворачивали. На велосипедах мы пасли, на мотоциклах, я не знаю, сразу на машину перешли. Вот Батпотеряевка как живет. Это вот сегодняшний один только день. Я, если не ошибаюсь, сегодня 30 сентября. Вера, надежда и любовь сегодня, кажется, отмечают. Чего ради у меня жену Надежда назвали? В тот день, когда родилась, там в августе, вообще надежды нету. Вера, надежда и любовь, эти имена встречаются один раз только в году. Никто не знает, были ли такие, или это такие явления, состояния вера, надежда и любовь. И София, премудрость. По сегодняшний день не знают, а жития написали. Нам, православным-то, сильно не надо хорохориться по некоторым вопросам. Вот так. Спаси Христос, Володя, что заснял. Я посмотрю, ты мне его дай. Угу. Сколько у тебя получилось запалов? Два? Два. Да. Давайте. Давай на мое место садись.
А, да, мы сейчас закончим. Иди, разогревай пищу.